купил я однажды аквариум с рыбами. Сижу, обедаю, изучаю. День, два, неделю. Вода в аквариуме мутная. Надо бы поменять. Да лень подниматься. Пошла вон. Сейчас как хлопну. Спасибо, Вася. Ты настоящий друг. Вижу, еще одна рыба появилась. Думаю, отселить бы ее надо. Да вставать неохота. Совсем озверела. Бедный Вася, друг мой единственный, надо бы ему помочь. Все равно уже поздно. Бедный Вася. Что это значит? По какому праву? Я буду протестовать. Буду жаловаться. Может быть, с нею по-хорошему договориться, а то разозлится, совсем кормить перестанет. Ничего. Кажется, жабры прорезались. Надо бы протестовать. А как? Мозг-то у меня рыбий стал. Ничего придумать не в состоянии. А может, и не надо ничего придумывать? Зачем воду баламутить? Привык я уже к аквариуму, и тут жить можно тихо, уютно. Я везде устроюсь, лишь бы не трогали, лишь бы червячков
давали.